Активисты российского движения школьников отправились на прогулку с собаками из фонда спасения. Животные ежедневно нуждаются в выгулах, да и просто в общении. Кроме того, можно передать питомцам еду, а в перспективе и получить преданного четвероногого друга. Сейчас здесь находится порядка 100 собак, и каждый мокрый носик нуждается в порции любви и заботы. А еще с каждым из них нужно ежедневно гулять, поэтому помощь волонтеров здесь требуется всегда. Правда, Тим? С собаками, соскучившимися по возможности побегать на воле, надо еще уметь управляться. Не все четвероногие идут на контакт, но для того, чтобы собаку можно было пристроить в будущем, она должна снова научиться доверять людям. Когда люди приходят, ой, мне так нравится эта собачка, вот я ее хочу взять, давайте вы погуляете, давайте вы подумаете. Нет, нет, я все для себя решила. Это 199% собака вернется. Да, потому что вот это вот не всегда люди готовы, это эмоциональная неподготовленность. Эта проблема знакома многим родителям. Они сталкиваются со слезными просьбами детей завести собаку и уверениями ребенка, что он сам будет за ней ухаживать. Лучший способ проверить, действительно ли школьник готов к такой ответственности – стать волонтером. Фонд спасения всегда рад предоставить такую возможность. Попробовать свои силы пришли ребята из российского движения школьников. Я первый раз выгуливаю собаку в приюте. Я хотела очень сюда сходить, но не было возможности, а тут предложили, я сразу согласилась. Вот так потихоньку можно тренировать в ребенке ответственность. Горит желанием завести собаку? Сначала просто погуляем, потом разрешат взять на выходные и праздники, съездить вместе на природу. Если дети докажут свою способность ухаживать за животным, они смогут его забрать и взамен получат лучшего друга и безграничный источник любви. Анна Вихрова, Андрей Шестаков, новости Новгородское областное телевидение.